Клянусь Аполлоном, Асклепием, Гигеей, Панацеей, всеми богами и богинями, добросовестно лечить всех нуждающихся. Эти и другие слова клятвы Гиппократа накануне в торжественной обстановке произнесли 1000 выпускников Запорожского медуниверситета. Обещания молодых медиков слышали и наши корреспонденты. Это первый выпуск, который учился по новой Болонской системе. По словам ректора Юрия Колесника, студенты показали блестящие результаты на экзаменах и тем самым порадовали весь педагогический состав университета. Этот выпуск уникальный по нескольким причинам. Первый – это самый большой выпуск, наверное, за всю историю нашего вуза. Мы выпускаем 1069 будущих, вернее, не будущих, а нынешних педиатров, лечебников, провизоров, косметологов и так далее. Молодые врачи, которые сегодня выпускаются, обязательно найдут свою работу. Во-первых, всех студентов, которые учились по бюджету, они обязательно получают свое первое рабочее место, гарантированное трудоустройство. Но кроме того, мы трудоустраиваем всех контрактников. Выпускной – это всегда немного грустный праздник. Ребята признаются, что уже скучают по студенческой жизни. А пока своим друзьям-однокурсникам желают всего наилучшего. Пожелаю терпения, удачи, чтобы они верили в то, что наконец-то этот пятый курс он будет. Выпуски этого года 200 студентов, которые закончили международный факультет. И теперь работать они будут в 15 странах мира.